Сегодня у нас 11 мая 2016 года. Это поселок Потеряевка. Он брат Виталий у нас. Коля дрова. Решил наняться у батюшки. Для школы, для храма. Колоть дрова. Ну как у тебя, Виталий? Как получается-то? Троечку. Не видишь. Железный дал. Покажи. Но этот получше, чем вот тот. Поприблизительный покажи. Поприблизительный покажи тут. Вот. Но он получше, чем тот. Вот, ты мне дал. Это самый один из трех лучших. Да, из железных, да? Из железных, но. А вот этот попробуй, Класс, покажи. Вот этот попробуй, и ты сравнишь сразу. У него-то там вообще красивый у батюшки. Ну да, у него красивый, да. Но он мне не понравился. Видишь, а дело в том, что вот одной рукой вот этим я не смог. Нет, а то ты что, тут надо силу иметь. А что ты, на этой колешь? Да так, я уже, знаешь, так, и родственник. Я вижу, что ты ерунда. Так, я не знаю, давай что. Ну ставь какую, вон ту же половинку ставь. Ты чурку хорошую колешь. Подожди, стой. Это он легкий. Ты ее не трогай, вот эту, да. Так, ну-ка ты мне мастер-класс покажи. Ну держи. Сейчас. А ты ее как хотел расколоть? Да не знаю, просто стучу. Хоть что-нибудь, трещина хотя бы будет. Угу, запись увидел. Давай попробуй. Я пошел-то за тобой. Думаю, где он? Пропал наш брат там под дождем. Мы-то уже сейчас с огорода только пришли с Никитой. Я понял. То есть я посередине не беру. Я беру с краю всегда, так легче. Ага. Ну знаешь, я тебе скажу, они похожи на эту. Что? Ну, на березу. По свойству. Как береза, короче. Я понял тебя, ты с боков. Хлопец. Ну да, ты что-то ты быстро с ней разделался. Сейчас я. Ну я попробую сейчас так же, как ты. По бокам. Ну я одной рукой. Попроще уже. Не, ну это понятно тут. Батюшка сказал покрупнее, да? Наоборот, он так сказал. Поменьше наоборот. А, поменьше? Да. Видишь, одной рукой. Время как. Сокращается. То есть я нагибаться не надо. Ну я понял. Не, а я за каждый ходил, ставил, там, вил. Два раза дольше. Или три. Нормально. Следующее. Что, достаточно? А? Снять. Ну хватит, конечно. Так, сейчас я так же, как ты, попробую. Ну ты бери вот эти вот такие вот. Не, а вон лежит вот. Какой? Вот это вот пойдет вроде. Вот это? Да. Бери ее. А
образный поток. Да, с краев самое лучшее, это с краев. Да ты ее можешь не поднимать. Нет. А, ты выкатишь? Не знаю, как ты там делал. Ну ты вот этот попробуй, вот как мой, посмотришь, как он колется. Лучше, не лучше. Слишком много берешь сразу. Понемножку еще бери. Вот так, да. А, ты там это, сучок. Вот это, да? Да, да, да. Нет. Вот он. Вот он выпирает, немножко видно его. Вот этот возьми край. Жестко. Вот этот край. Вот этот. Во-во-во, вот так, да, да. Вот так, да. О, все, есть контакт. Все, все, дальше так же. Знаешь, ее даже можно было бы это перевернуть. Переверни ее вообще, там она должна полегче пойти. Да-да, вот так. Здесь она полегче. Та же отколой кусочками. Так вот. То есть, понимаете, легче пойдет. Ну, видишь, навык нужен. Я-то колол-колол постоянно. 2 года с подряд по найму все время колол. О, отлично. Ну как этот колун получше? Ну вот если по твоей вот так по кругу идти, то нормально, да? Но он легче просто, чем этот. Ну да, легче. Ну мне под заказ, видишь, его делать. Моим помаленьку надо, короче. Да, да, да. Обтесывать, обтесывать. Посередине чурки берутся только вот небольшие, которые диаметром. Сантиметров там ну, 20-30. Да. Классические. А большие только таким образом. Ну зато он мелко рубит хорошо. Угу. Сразу как бачки надо. Ты всегда должен смотреть, где сучок. То есть, чтобы мимо сучка шла. Но если нет возможности обойти, туда бьешь, конечно, по сучку. Да, опасное падение, вон как шубы летает. Слава Христу.